всем привет. И получал много вопросов по поводу стоимости еды, стоимости продуктов в Испании, о том, каким образом они выросли, насколько. Ну и я решил, как обычно, периодически бывает, заснять продукты в основном, которые мы покупали. Ну, какие покупали, какие в разных магазинах. Вот сзади меня это Меркадона. Вот, также представлены продукты из Алимерки, Экономата. Ну, в общем, различные продукты, которые мы покупали, которые я не забывал снимать. Ну, в общем-то, в принципе, я думаю, достаточно подробный обзор получился. Вот, я старался также рассказывать о каких-то иных видах, допустим, потому что видов там много продуктов, иных видах, иных акциях, которые проводятся в магазинах, старался об этом также говорить. Вот, ну, если какие-то отдельные будут интересовать позиции, то пишите об этом в комментариях, я постараюсь на них ответить. Ну что ж, давайте смотреть. Ну, сегодня у нас фрукты, овощи. Ну и начнем. Потихоньку это закупка во фрутерии. Вот она, в частности, вся. Вот, манго. За килограмм евро 99. Далее. Такие вот яблоки. Евро 29 за килограмм. Хорошие, красные, вкусные. Спаржа. Евро за вот такой вот пучок. Тут их два. Далее. Вот. Черника. Или, наверное, черника. Арандано. Вот. В общем, три штуки их здесь. Каждая по 125 грамм. Три штуки стоят 2 евро. То есть 2 евро 375 грамм. Далее. Такие вот перчики итальянские. Евро за полкило. И то, и то. То есть, если килограмм, то 2 евро килограмм будет. Такие вот томаты. Хорошие томаты. На мой взгляд, вполне неплохие вот эти. Стоят 1,5 евро килограмм. И баклажаны. Баклажаны евро килограмм. Да, кстати, еще не показал, а то вдруг не буду сейчас покупать. Это тоже во фрутерии взял такие огурцы. Евро килограмм. Следующая закупка. Вот как раз кошка пришла посмотреть. Потому что... И начнем с кошачьего. Вот 2 килограмма. Это сухой корм кошачий. Стоит 2,90. Восемь пакетиков по 100 грамм, 2,50. Это мокрый корм. Это и то, и то. Ну, вообще, в целом, это закупка из Меркадоны. Просто везде разные цены, поэтому таким вот образом. Ну, раз пошли с этого ряда, вот это молодое, простое, обычное галисийское вино. Ну, вполне приличное. На мой вкус не ценителя, так скажем. Вот. Также можно использовать, допустим, для приготовления чего-то. Вот, что белое, что красное, галисийское, молодое, евро 45 за бутылку. Вот, далее, кусочки свинины, вот это такие вот, так скажем, обычные кусочки свинины, 4,95 килограмм, то есть, ну вот мякоть, 4,95 евро килограмм, а фарш, вот фарш килограмм, это свино-говяжий фарш, стоит 5,74 за килограмм. Далее 3,20 стоит вот такой вот, ну что-то типа пирога, вкусная штука, рекомендую, тут их две, общим весом 620 грамм, то есть он внутри получается, начинка, хорошая вещица. Ну и такая вот обычная пицца, тоже 3,20, но обычная большая, она тоже 600 грамм, тоже 3,20. Это тоже в Меркадоне. Апельсины я беру вот такие вот хорошие, которые идут. Можно брать на 5 килограмм сразу, там гораздо дешевле будет, меньше евро.
А, ну, мне как бы 5 не надо, они только пропадать будут, если 5 килограмм, поэтому евро 45, да, евро 45 килограмм вот таких вот стоит. Но опять же, это я брал не во фрутерии, может, где-то дешевле, но я где беру, там и показываю, то есть, соответственно. Вот, лимон 2,39 за килограмм сейчас, такая цена. Вот это всякие снеки. Видите, ну что-то типа палочек кукурузных, того всего, в общем, что-то, это общее, все вместе, так скажем, 200 грамм, евро 40. Сок можно брать, конечно, в литровом, он дешевле, но у нас, когда хотят, в основном дети пьют, когда не хотят, не пьют, поэтому вот проще в таких оно стоит, в упаковочках захотели, взяли, евро 30, 6 штук. 90 центов. И вот маслины без оливки, темные, без косточки. Без косточки. Ну, больше для приготовления чего-то идут. Вот, или использования в салатах таким вот образом. Вот, это я уже показывал не раз. Ну, некий аналог сметаны есть, более такие приближенные есть. Менее, ну, в общем, такой аналог сметаны. Сейчас я скажу, сколько он сейчас стоит. 2,10 он сейчас стоит. 2 килограмма сахара стоит евро 58, то есть 1 килограмм сахара получается 0,79. Ну, практически 80 центов килограмм сахара. Аргентинский мате 2,80 за полкило. Угу. Вот, ну и раз уж попались такие вот чипсы типа Принглса, но меркадоновские, евро 15, 176 грамм упаковочка. Сегодня покупал во фрутерии кабачки по евро, такие вот. В целом они обычно немного дороже, евро с чем-то идут. Вот, и такие вот яблоки тоже хорошие, тоже по евро, того фрутерии. Следующую покупку делал в Меркадоне, во всех магазинах цены разные, но в целом вот 24 яйца сейчас стоят 3,65, на яйца цены чуть поднялись. Вот, также вот крылья. Это, получается, крылья куриные. Именно желтая курица, мне кажется, она повкуснее, нежели чем вот белая. И чуть дороже, да. Но тем не менее, вот что брал, то и показываю. Вот, 7,25 евро за килограмм, если крыльев вот такой вот брать курицы, так скажем, которая желтая. Рис я тоже беру такой. Это евро 30 стоит, а так начинается от 0,95 центов и за 2 с чем-то видел еще. Вот, евро 25 стоит килограмм банан. И вот специально показываю, вот допустим, такой хлеб, также 0 батон, то есть стоит 0,45. Вот, а допустим, вот такой вот хлеб. Вот, 600 грамм, он стоит евро 20, то есть тут смотрите сами, кто какой любит. Продолжаем далее. Авокадо получается 4 евро 9 центов за килограмм. Ну, здесь 4 штучки, 2,55. Литр молоко, это безлактозное, 86 центов. И килограмм вот таких макарон овощных написано, евро 48 килограмм. И продолжаем мы далее. Вот такие вот колбаски, 2 евро 5 центов. Вот тут они по упаковкам, здесь соответственно 445 грамм.
2 евро 5 центов, вот такая вот упаковочка. Ну и сразу ознакомлю, раз такое дело, вот со всякими подобными принадлежностями туалетными. Туалетная бумага, тут ее аж 12 рулонов, 40 метров каждый. Прямо так скажем, ходить в туалет и ходить. 4,40 евро стоит вот эта упаковка. 4 евро 40 центов. А вот это полотенце. Полотенце. Раз, два, три, шесть полотенец. 4 евро 90 центов. Двуслойные такие вот полотенца. Далее. Такой вот шампунь. 75 центов. 750 миллилитров. Гель для душа фруктовый евро. Такой вот, если мы смотрим, 1 литр. Далее мыло. Мыло жидкое 80 центов. И наполнитель к нему евро 15. Вот наполнителя, соответственно, на 2 хватает. Ну, евро 30 мусорные пакеты, 40 штук. Вот тут я не помню, сколько, 10 литров, вот, да. Ну и средство для мытья посуды евро 15, 1 литр 300 миллилитров. Так, ну и сегодня в основном в Алимерке, а вот эту пиццу в Экономата. 2, значит, пиццы по 360 грамм. Стоит 3 евро. Так, такая акция 2 за 3. Вот тоже по акции. Но это из Алимерки. Вот. Майонез. Получается тоже 2 за 3 евро. По-моему, да. По-моему, 2 за 3. Вот арахис. Соленый. 250 грамм. 80 центов. Мука. Мука килограмм. 75 центов. Далее. Масло подсолнечное. Литр 2 евро 95 центов. Масло оливковое. Такое для жарки более, мне кажется. Использовать литр 4 евро. И тоже масло оливковое, но это уже больше как для салатов, на мой вкус, конечно. Вот, литр тоже 4 евро. И такие вот вкусняшки. Это выпечка из Алимерки. Алимерка — это сеть супермаркетов астурийских. Вот таких вот их 6 штук. То есть вот там они еще есть. 6 штук. И стоят они евро 95. И продолжаем наш обзор. Картошка. Вот хорошая картошка. Урожая этого года. Евро килограмм. Евро килограмм. Естественно, мытая. В общем, вот она. Далее, клубника. Клубника тоже хорошая. По крайней мере, мне нравится. Пахнет все нормально. Сейчас уже, ну, прям сезон, наверное, к концу подходит. Евро 99 за килограмм. Ну, считай, 2 евро килограмм. Вот прям спелая. Авокадо. Авокадо взял вот эти такие. Побольше отдельно. 2,95 килограмм авокадо. Куриные ноги. Это которая курица желтая. То есть чуть дороже, чем обычная. Вот. Тут 846 грамм. В общем, килограмм вообще стоит 5,74 евро. Вот они. Евро 25 стоит. Получается 15 кусочков, 250 грамм ветчины. Это вот с Меркадона. А 2,05 евро стоит 250 грамм бекона. Желе. Вот желе, тут 6 штук. Стоит 85 центов. Евро 35 стоят такие вот огурцы. Но они более-менее нормальные. Вот. Я вот именно вот такого цвета мы предпочитаем.
моцарелла. Такой вот сырочек. Там он в жидкости. 90 центов. Ну, не знаю, тут смотря как считать вес в граммах. Ну, такой вот кругляшок. Вот. А это сыр для салата. Соответственно, он стоит евро 70. Такой вот сыр. Есть еще сыр Эдам. Тоже евро 70. Но тут 300 грамм. Просто берем сразу удобнее порезанный. Вот такой вот. 300 грамм евро 70. Вот. Далее оливки. Эти тоже для салата, без косточек. 95 центов банка. В банке у нас вот. Брутто и нетто. Евро 20 стоит килограмм спагетти. Обычные. Вот еще иногда итальянские берем. Итальянские примерно стоят, ну, что-то около евро полкило. А это евро 20 килограмм. Мекадоновский. Евро 25 стоит сыр такой для готовки. Вот упаковочка. Упаковочка его тут 200 грамм. Евро 25. Масло. Масло с солью. 2,30. 2,30, 250 грамм. И такой вот питьевой йогурт. Тут их 6 штук. Евро 20. Соответственно, вся упаковочка выходит. Так, далее соевый соус. Соевый соус евро 35. Вот этот, на мой взгляд, наиболее без каких-то добавок. 250 миллилитров. Вполне себе. Так, далее идем. Чупа-чупс. Пожалуйста, 10 плюс 2. Евро 60. Вот такой вот. Лучшие вкусы. Атун. Атун. 6 баночек. Тунец. 6 баночек тунца. 4 евро 10 центов. Каждая баночка по 80 грамм. Так, вот такой вот, такие вот бургеры. 6 штук. Мясные бургеры. 6 по 90. Всего 540 грамм. Получается 3,13. Вот эти 540 грамм. 3,13 евро. Цена за килограмм не указана. Креветки. Креветки тут 600 грамм. Стоят 5,75. Видел сейчас лангустины. Ну, то есть большие получаются такие. Но нам больше сейчас вот такие вот нравятся. Лангустины получается 7,95 были килограмм в Алимерке. Вот, далее хотел сказать по рыбе, а то я сейчас ее... Вот, выйти не попадала в съемку. Вот, получается, именно в Меркадоне. И лангустины, да, в Меркадоне. Это была цена. Рыба мне в целом больше нравится, конечно, в Алимерке брать, более свежая. Но, в общем, получается, там цена следующая. В Меркадоне 7,25 килограмм дорада. Допустим... В Алимерке, по-моему, 6,95, но тоже ближе к тому. Бывают там акции всякие, там, допустим, 2 дорады по цене одной. То есть, ну, не по цене одной, 2 дорады, допустим, за 6 евро. То есть, там почти килограмм, выходит чуть дешевле. Ну, грубо говоря, дорада около 7 евро килограмм. Ну, а цельный лосось в той же Меркадоне... И идет, по-моему, 9,95 был, насколько я сегодня видел. Вот, ну, то есть, вот, примерно в таких порядках. То есть, условно говоря, рыба, ну, где-то вот так. Это вот я вам такую назвал. Есть и другие, конечно, более там мелкие всякие разные. Но я думаю, вот, более-менее я так осветил. Ну, а какие-то остальные моменты, на остальные вопросы могу, я думаю, ответить в комментарии, что буду знать. Ну что ж, такой вот обзорчик получился. В общем-то, я думаю, достаточно большую часть продуктов удалось осветить. В общем, если что-то по каким-то причинам забыл или, допустим, не покупал, или забыл снять, но вас интересует тот или иной продукт, то пишите об этом в комментариях. Я постараюсь на это ответить. Вам же желаю всего хорошего. До новых встреч. Пока.